Жители Сургутского района очень любят книги. Муниципалитет оказался самым читающим в Югре. Он в числе лидеров окружного конкурса. Эксперты оценивали работу библиотек, творческих объединений писателей, показатели книготорговли и распространения изданий. У библиотек Сургутского района более 25 тысяч посетителей. Несмотря на пандемию, они прочли за прошлый год свыше 300 тысяч книг. Благодаря усилиям сотрудников библиотек муниципалитета уже 7 лет подряд в округе проводится фестиваль «Про чтение». Четвертый год реализуется проект «Национальная палитра». Второй год работают творческие лаборатории школы мастеров, передает «Вестник» Сургутского района.